Привет, братан, с вами Банан. Надеюсь, вы знакомы с феноменом под названием сьюхи. Для тех, кто не понимает и не знает, кто это, сьюхи – это малолетние фанатики. Именно малолетние, потому что взрослые делать не будут такое. А если делают, то у меня к вам вопросы. Сьюха зачастую шипит себя с персонажами из игр, сериалов и прочее. Тот же Бенди, Санс, Аластер и другие. Как правило, это богини, у которых букв в имени больше, чем твое имя, фамилия и отчество вместе взятые. И этот тренд был популярен среди скорее троллей, чем самих маленьких девочек. Но это не делает ситуацию лучше, поверьте. Давайте тогда уже начнем. Кстати, мы почти добили 2000 подписчиков, и я этому очень рад. Давайте будем продолжать в том же духе. Сегодня мы поверхностно посмотрим пару сьюх, потому что я не знаю, продолжать мне эту рубрику или нет. Если вам зайдет, то я буду снимать такие ролики чаще, и сьюх будет больше. Давайте уже начнем. Всем привет, я ваша новая королева. Извините, не удержался. Меня зовут Всемогущая, и я хочу сказать, что... Санс мой парень! И если вы его тронете или поставите дизлайк под моим видео и отпишетесь от моего канала, то мы с Сансом вас убьем. Ой, как страшно, я прям обосрался. И как мне отписываться от канала, если я даже не подписался? Сейчас я позову Санс. Санс! Это правда, что мы убьем их, если... Ракус поменялся, и она стала еще красивее. Прям глаза горят. Помогите. Не поставить дизлайк, и отпишутся. Санса скукожила при виде ее. Да мне бы самого скукожило бы при виде ее. Видите, я уже заикаться начинаю. Да. И правда то, что мы с тобой встречаемся? Конечно, это правда. Почему у него голос какого-то алкаша или кайфайка? Моя королева. Тогда мы им докажем. Давай поцелуй меня, Санс. Конечно. Что это, блядь, вообще такое? Ладно, не будучи художником, можно сказать, что это самая худшая рисовка для сьюхи. Давайте следующую. Вот скажите, из этого рэпа на минималках вы что-то поняли? Я ни хрена. Так вот я хотел вам сказать, дебил, то что Санс Бенди мои, и если вы их тронете, то я вас просто убью. Так, ладно, теперь меня хочет убить вторая. Без слов, одни эмоции. Кстати, милочка, у вас там случаем проблем со спиной не будет от таких мечей? Знаете, после прошлого Санса я не могу смотреть на нормального. Мне нужен отдых. Длительностью 2 года. Вот видите, а чтобы это еще раз доказать, вот мы сделаем вот так. Ладно, мы это уже проходили. Как у меня. Да она стала уже делать видео про сьюх. Я же не удивлюсь, если она еще меня будет сьюхой называть. Хотя она сама и есть сьюха. А еще вот, если вы будете писать, что я сьюха, или что кошак их за ним не срисовывает, или что Санс и Бенди не мои, то я вас убью. Всем пока, недоноски. Половину ролика я ни хрена не понял. Ладно, давайте следующую. Тут хоть и украинский, но я понял, что меня обозвали козлом. Не, это было страшно, прям нереально, я чуть не умер от этого. Итак, всем привет, с вами супер-мега-милая няшка Тяночка Забивная. Типа Забивная. Типа Забивная, да, ну вы поняли, да. Вы поняли, да. Шерите, пошли. И сегодня я хотела бы вам кое-что сказать. Но поскольку это мое первое видео, то я сначала пишу себя.
У меня есть вот такой нимб и рёшки. Это потому, что я полуангел, полудемон. Ребят, если что, мы с такими мутантами не раз столкнемся, которые ангелы, демоны и все остальное. Поэтому давайте научимся это воспринимать как типичные для нас вещи. Это можно увидеть по крыльям. Еще у меня есть вот такие вот няшные фиолетовые глазки. Пока что няшного я ничего не вижу. Я вижу только страдания и боль. Вот такая вот красивая синяя прическа с вот такими синими ушками. У меня есть вот такой вот милый носик. И вот здесь на маленьком миленьком ротике, вот тут вот в этой щелочке пирсинг. У меня вот такой вот красивый топик, вот такая ожерелье. Правильно говорится такое, а не такая. С короной подчеркивает то, что я такая божественная. Вот такой вот рукавчик, такие длинные рукава няшные. Вот такие вот няшные фиолетовые штанишки, синенький хвостик. И вот такая осиная талия. Ну, я вроде бы себя описала, и пришло время вам рассказать то, что у меня есть парень. И поскольку я такая всемогущая, то я, если вы будете меня кринжить, то я могу вас уничтожить. Что с ним? Егор, кринж третьей степени! И мой парень — это Хаги-Ваги. Да, и не надо меня сейчас кринжить. У вас даже нет никаких ни прав, ни документов на то, чтобы вы могли осудить нас и сказать, что Хаги-Ваги нифига не мой парень, и что я вообще тупая сьюха. Какие нахрен права? А у меня есть доказательства того, что Хаги-Ваги — это реально мой парень. Вот, смотрите, у меня на пальчике, если я вам отодвину, так уж и быть, рукавчик, то можно увидеть вот такое вот колечко. Это колечко мне одел на палец Хаги-Ваги, когда мы поженились. На самом деле, это колечко моей сестры, но это по пути словом так, что я женился на Кисси-Миссе. Да, это так. Вот доказательство. Да. И вот, если вы будете так вот меня клинжить и хейтить, то тогда я просто вас уничтожу. Потому что я всемогущая, всесильная, и я вообще могу вообще все. Сегодня Хаги-Ваги не смог поприсутствовать, потому что у него там важные дела в своей Poppy Playtime фабрике. Потому что он игровой персонаж. Девочка, очнись! Ладно, на этом мы закончили. Ставьте лайки, пишите комментарии и да, принимаю любые комменты. Подписывайтесь и всем удачи. Пока. Ultimate Sound.